У нас сегодня необычный гость. Многие его знают. Это Олесь Петрович. Получилось так, что проездом ты случайно оказался здесь. Новосибирске. Я думаю, получилось так, что мы не смогли упустить эту возможность. И он приехал прям к нам увидеть тигров. Сейчас посмотрим на его реакцию. У меня даже сейчас мурашки по коже. Коты уже успели покусать его немножечко. Немного есть. Малыши. Я боролся с тигром. Короче говоря, он на Диму напал, но я думаю, ты засчал меня. Открыл клетку туда и, короче, сидела. Все, так, на паузу поставь, чтобы я это, да, приложил руку. Да, давай попробуем приложить. Смертельные номера, блин. Если... Сына, поздоровайся, пожалуйста, с Олесем Петровичем. Ой. Язык шершавый, блин, вот аж ну реально мурашки по коже. Сына, помнишь, как в Якутию ездили? Вот Олесь Петрович там все знает. Да, я немного рядом. Молодец. Астон, молодец, мой мальчик. Вообще красавец. Это вот он погибал, был лысым. Да, вот осторожно, давай я тебя защищу. Это мы тоже оставим. Да, конечно, оставьте. Да, это вот с него началась наша история, получается. Вижу, ты хотели пометить, что я типа свой. Да. Да, вот. Вот видишь, да? Астон метит, потому что от тебя интересно пахнет. Нужно переметить. Вот смотри, на тебя охотится еще и роет здесь, потому что он в бассейне. А, он охотится. Он тебя хочет облить. А можешь вот тоже подать ему? Все то же самое, он, да. Он оближет тоже? Да, можно попросить его. А, тоже. Не, у нас все достаточно коты ласковые. И тоже вот... А все. Вот Ройс далеко метит. Он мастер этого. Вот такая у нас получается, видишь, банда, которая... Да, банда сумасшедшая. Ты вот просто, Дим, молодец насчет вот этого всего. Ну, это, походу, твоя стихия, да? Ну, конечно, нравится этим делом заниматься. Вот. Особенно нравится новый процесс нашей жизни, новый этап. Это вот. Вы, получается, откуда в Новосибирск приехали? Я местный, с Новосибирска. А вот ты... сейчас из Читы, да, мы в Чите застряли. Вот знаешь, когда, помнишь, ковид был, да? Да, и из-за них мы долго не могли уехать, из-за ковида не могли долго уехать. И вот мы перебрались сюда, в Новосибирск, домой решили. А сейчас цирк и ковид – это две несовместимые вещи. Абсолютно, да. Все, вот у меня отец так до сих пор же и работает, а сегодня его закрыли в Иркутской области. Все закрыто на карантин. А у вас, кстати, Якутия-то давно закрыта вообще? У нас с переменным успехом постоянно то закрывают, то открывают. Да, хотя у нас закрыто. Пространство огромное, да. Людей на этом пространстве живет очень мало, да. Но все равно вот болезнь умудряется проникнуть откуда-то из отпусков и так далее и тому подобное. Да. Такая вот... дня получается. Скажи ощущения тигров, вот ты вблизи когда-нибудь так видел близко? Короче говоря, блин, и сейчас мурашки. Я вообще, ну, это знает, конечно, только моя жена, я по тиграм вообще сохну, если честно. Мне нравятся тигры, у меня везде на обложках тигры, везде тигры, но вживую вот так вот, чтобы меня лизнули, короче говоря, чтобы вот я так с котенком поигрался, чтобы меня поцарапали, это первый раз. Это будет самый любимый ролик на моем канале, который я на своем канале заснял. Это будет вообще просто... Это будет мой, конечно, любимый ролик. Мы рады, что получилось так. Ощущения просто эмоциональные, огромные. Этот кот в 200 килограмм, он тебя может... 280, сейчас Ройс на тебя обиделся. 280, он такой думает, я не такой легкий. Вот Хандюша у нас 160, мы ее взвешили, она беременная была. А Стюша 260 килограмм. А чучение... нереально. Ну классно, классно. Все, можно паузу теперь. Ну я-то тоже вкусный, но ты вкуснее. Скажи, Олесь Петрович, ты мне расскажи, какой ты на вкус и чем вас в Якутии кормят? Нас кормят в Якутии рыбой вкусной. В основном. А вот? В основном вкусной рыбой кормят. Все, тебя уже начали есть. Да, прикусывает. Ага. Вот поэтому я тебе и мешок дал. Смотри, вот так ты теперь берешь мешок, можешь с ними поиграть мешком. А привычки все? Нет, да уже запросто прокусят, все. Да? Это серьезные коты. Они очень сильные, очень тяжелые. Это сколько ему сейчас? 3 месяца было 22 числа. То есть 3 месяца, 1 неделя. Все, будешь всем рассказывать, что тебя съел тигр. Да. Вот ну, такой замечательный к нам гость приехал. Да, но у него, конечно, не такие клыки, не такие когти. Ну да. Так, вот кроссовки. Кроссовки не стоит. Все. Так, вот у меня мешок. Да, да. Вот теперь защищайся мешком. Все.
Вот такой замечательный гость к нам приехал. Олесь Петрович, тебе большой привет. Я очень рад, что ты к нам добрался. Случайно совершенно. Поэтому передаем Саше с Читы большой привет. Нас состыковал. Саш, огромное спасибо тебе, что нас состыковал. Вот, это... Здрасте, Тесь. Здрасте, вот нас всех едят. Вот, кто, может быть, узнал Олесь Петровича, это... Я его узнал по тому видео, когда бананом забивал гвозди. Ну, слушай, понятно. Как ты до этого додумался вообще? Не, ну это обыденность. У нас это обыденность. Видишь, ты с хищниками, а у нас минус 67. Да, да. Да, ты с хищниками, а у нас вот температуры такие. И все, что с этим связано. Как замерзает вода в трубах, как замерзает там... Ух ты, смотри, серьезно. Не, это хищники, это все равно, это серьезно все. А можно... Вот, я сделал скриншот со своего телефона. О, у нас, ага. Да, это этой зимой. Этой зимой 67. Этой зимой минус 67 у нас было, да. Это, ну, офигеть. Это, конечно, нонсенс. Зима везде была аномальная, лето было тоже аномальное. Но вообще, вообще у нас там, ну, 53-54. Вот такая... Всего-то, такая, всего-то 50. Всего-то, да. Слушай, да. Я удивился, да, когда в Якутии был, что действительно супер жаркое лето. Очень короткое, но супер жаркое. Лето вот такое же, да. Оно чисто календарное, чисто месяц. То есть у нас, ну, как бы 3 месяца, но 3 месяца, получается, выделяется только центральный. Да, полтора, наверное, получается по факту, ну, да? Полтора по факту, да. Есть и купальный сезон, есть все как у людей, но только все календарное, все в рамках. Вот так. Резко континентальный климат. Очень суровая зима и очень такое жаркое лето. Так что, хотите, ребят, посмотрите, там очень много интересных роликов, заходите, ну, пожалуйста. Спасибо. Да, я реально офигел от банана, просто я этот ролик пересматривал 40 раз, ты мне в ТикТоке попался, да, изначально. Вот, а потом уже, когда мне написали, я думаю, Олесь Петрович, где-то я слышал, только не помню где. И потом раз лицо увидел, когда загуглил, и сразу же, да, как обычно бывает, и ты думаешь, офигеть. Ну, в общем, я что могу сказать? Очень круто, что облили полностью. Тоже переходите ссылку, посмотрите, как коты отреагировали на Олесь Петровича, на его канал. Выпуск будет когда, получается? Ну, у меня будет завтра. Да, завтра, вот. У меня завтра будет. Это значит, в понедельник я выпущу этот ролик, значит, уже выпуск на канале. Соответственно, ссылочку я оставлю обязательно на Олесь Петровича. Очень интересно, что ты к нам попал. Я очень рад нашему знакомству. Каналы объединяются. И очень благодарен нашим подписчикам, которые нас знакомят, хотя мы друг друга, да, не знали. Кстати. Это вот просто очень круто. Типа, смотри скорее, он должен к тебе заехать в гости. Да. Также Олесь Петрович говорит, ты должен, Саша, ты раз на Сибирь. Да, но зато круто, что познакомились. Молодец. Вот прям, не знаю, ну вот когда близко душой все схоже, это круто. И вот и коты тоже оценили. Да, так что, ребята, я испытал бурю просто эмоций положительных. Все, просто... Я буду рад тебя еще видеть. Я надеюсь, ты к нам приедешь уже на землю. Ты все равно бываешь, да, в Новосибирске? Да, ну я в Новосибирске, да, вот буквально За сколько? Буквально вот за этот месяц я уже второй раз. Ух ты, круто. Что... Ну вот, так что я думаю, я буду ждать тебя еще в гости. Все, ребята, всем пока. Вот такой необычный выпуск у нас сегодня.